Российские организации попали в рейтинг главных инноваторов планеты. Компания Thomson Reuters подвела итоги технологических инноваций за последние 10 лет. Согласно аналитическим данным, российская Татнефть заняла первое место в пятерке европейских инноваторов в области геологоразведки. В аналогичной пятерке по космическим технологиям второе место у РКК «Энергия», а четвертое у акционерного общества информационной и спутниковой системы «Решетнева». В области фармацевтики Российский университет дружбы народов занял третье место. Наконец, в изучении полупроводников Российская академия наук на втором месте после китайской. Напомню, основные тенденции глобального технологического развития рассчитаны по количеству зарегистрированных патентов и опубликованных статей в 12 отраслях – от автомобильной промышленности до телекоммуникаций.